Здравствуйте, друзья! Я хочу от имени Лохматой Души поблагодарить всех, кто принял участие в закупке препарата от гельминтов. Это Денис, Настя, Сергей, Вика, несколько Лен, несколько Наташ, Ирина, Марина. В общем, всем большое спасибо! Если, друзья, будете приобретать самостоятельно этот препарат, то берите самую большую дозу. Веронет 1000. Дорогие друзья, то, что мы собрали на препараты от гельминтов, это очень здорово. Но это всего на 200-300 собак. Хорошо бы продолжить эту акцию. Потому что очень нужна глистодонка. Малыш перед вами. Мой любимый мальчик. Так для него надо 2 таблетки как минимум. Потому что одна таблетка рассчитана на 30 килограмм. А малыш весит больше 60. Все. Ну, совсем уже подросли. А те куда убежали? Не хотят сниматься. Трусишки маленькие. Трусишки. Видите, какие чудные дети? И это подрастают наши долги в клинике. И отказаться от них нельзя. Да, в клинике самые большие долги из-за стерилизации, которые скоро должны подвергнуться эта малышня. Да и такие красивые дети, хорошие мои, хорошие дети. А там кто? Вот рыженькая пришла. Рыженькая. Ай, вот малышня тоже. Один крошечка совсем. Еще подрастающие. Тихо, дай мне сказать. Подожди. Еще подрастающие долги в клинике. Их ждет стерилизация, да. Давай. От имени Лохматой Души я хочу поблагодарить компанию Before, которая предоставила нам капли от блох для всего приюта. Спасибо большое. Трамбовка мусора. Все, сейчас соберем и отвезем на свалку. Вот так нелегкий труд. Ну, никто не обещал, что будет легко. Мусор от упаковок увожу с собой. Вот, друзья, мусор собирается пропорционально корму. Вот здесь, я не знаю, насколько здесь контейнеров. Ну, наверное, штук 5 точно.
Вывоз контейнера стоит 9500 сегодня. Это, не знаю, за неделю, наверное. Здравствуйте, дорогие друзья. Хочу к вам обратиться уже от имени приюта «Лохматая душа». В приюте 2000 животных. Это огромное количество, как вы понимаете. Приют не имеет никаких дотаций государственных. Рассчитывает только на пожертвования с вашей стороны. Большое вам спасибо, что вы помогаете. Я помогаю тоже, как могу. Вот сегодня привезла большое количество прививок. Точнее, капли от блох. Капли от блох и препараты от гельминтов, подаренные фирмой. Но самый большой бич приюта – это корм. И когда мы объявляем день стольника, это не праздник, это беда. Это небольшое подспорье, чтобы прокормить животных. Они хотят каждый день кушать, так же, как и мы с вами. И если вы сегодня можете отказаться от чашки кофе и шоколадки, то сегодня вы можете за эти деньги накормить 3-4 собаки. Выбор за вами.